Всем привет! Вы на канале Pixel Engineer. В этом видео я нарисую по клеточкам Снегурочку. В прошлом моем видео я нарисовала по клеточкам вот такого Деда Мороза, а в этом видео будет очень похожая на него Снегурочка. Для рисунка берем черный фломастер для контура, голубой, красный, коричневый, розовый и светло-оранжевый. Если у вас нет светло-оранжевого фломастера, можно взять светло-коричневый карандаш или светло-оранжевый карандаш, чтобы закрасить лицо Снегурочки. Берем черный фломастер, начинаем рисовать контур Снегурочки, начинаем рисовать от нижнего левого угла. Вот эта клеточка у меня будет нижний левый угол. Идем на одну клеточку вверх и отсчитываем вправо 3 клеточки, не касаясь бумаги. Раз, два, три, останавливаемся и закрашиваем вверх 2 клеточки. Идем по диагонали вверх-вправо 2 клеточки, закрашиваем вверх. Еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки вверх. И еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем еще 2 клеточки вверх. Теперь от вот этой клеточки поворачиваем влево, закрашиваем 3 клеточки влево. Одну клеточку вверх. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки вверх. И еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки вверх. Теперь одну клеточку по диагонали вверх-вправо. И еще одну клеточку по диагонали вверх-вправо. Теперь идем вверх, и нужно закрасить здесь 5 клеточек симметрично. Закрашиваем 5 клеточек по горизонтали. Одна клеточка вверх с этой стороны. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 4 клеточки вверх. Рисуем уже голову Снегурочки, это ее прическа, волосы. Теперь от верхней клеточки поворачиваем по диагонали вверх-влево, 2 клеточки закрашиваем по вертикали. Поворачиваем вверх-вправо по диагонали, закрашиваем 3 клеточки вправо по горизонтали. У этих трех клеточек находим серединку, идем вверх, закрашиваем 2 клеточки. Теперь идем по диагонали вверх-вправо, 2 раза по одной клеточке закрашиваем. И еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 5 клеточек по горизонтали. Это верхний край рисунка. Теперь поворачиваем вниз по диагонали вправо, закрашиваем 2 раза по одной клеточке. 2 клеточки вниз. Теперь здесь 3 клеточки нужно закрасить симметрично. Идем по диагонали вниз, вправо 2 клеточки закрашиваем по вертикали. Идем по диагонали вниз, влево, закрашиваем 4 клеточки вниз. Идем по диагонали вниз, вправо закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Поворачиваем влево 4 клеточки, закрашиваем по горизонтали. Теперь идем по диагонали вниз, влево, закрашиваем вот здесь 5 клеточек по горизонтали. Теперь от этого уголочка отсчитываем 3 клеточки влево. 1, 2, 3. Идем вниз, одну клеточку закрашиваем. Идем по диагонали вниз, вправо, одну клеточку закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз, вправо, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Еще идем по диагонали вниз, вправо, 2 клеточки по вертикали закрашиваем. И еще 2 клеточки по вертикали закрашиваем. От вот этой клеточки поворачиваем влево, закрашиваем 3 клеточки влево по горизонтали. От этой клеточки идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клеточки вверх. И еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем еще 2 клеточки по вертикали. От этой клеточки одну клеточку вниз закрашиваем. Идем по диагонали вниз-вправо, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. И теперь вот эту нижнюю клеточку соединяем. Рисуем длинную полосочку по горизонтали. Заканчиваем рисовать шубку Снегурочки. От вот этой клеточки отсчитываем 5 клеточек вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Идем вниз, закрашиваем 3 клеточки по горизонтали.
одну ножку снегурочки. От этой клеточки одну клеточку пропускаем вправо и закрашиваем еще 3 клеточки по горизонтали. Теперь нужно дорисовать шапочку снегурочки. От вот этой клеточки идем по диагонали вверх вправо, от этой клеточки идем по диагонали вверх влево и соединяем вот эти 2 клеточки. Закрашиваем здесь 7 клеточек. От вот этой клеточки закрашиваем 3 клеточки вправо по горизонтали. От этой клеточки идем влево, закрашиваем 3 клеточки по горизонтали. От этой клеточки идем по диагонали вверх и закрашиваем вот здесь 5 клеточек по горизонтали. Теперь от этой клеточки одну клеточку вниз перепрыгиваем, закрашиваем 2 клеточки по вертикали, рисуем один глаз снегурочки. От этой клеточки одну клеточку вниз пропускаем, закрашиваем еще 2 клеточки по вертикали. Теперь я беру розовый фломастер, начинаем снегурочку раскрашивать. От вот этого уголочка идем по диагонали вниз влево, закрашиваем одну щечку снегурочки. От этой клеточки идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем вторую щечку снегурочки. Теперь берем красный фломастер и находим вот здесь вот серединку этой полосочки и одну клеточку вверх перепрыгиваем, закрашиваем одну клеточку рот снегурочки. И рукавички у снегурочки тоже будут красные. Закрашиваю вот эти 3 клеточки красным. И вот эти 3 клеточки красным. Теперь беру коричневый фломастер, закрашу волосы снегурочки вот эти 3 клеточки и вот эти 3 клеточки коричневым. И с этой стороны здесь 3 клеточки по горизонтали и 3 клеточки по вертикали. Теперь беру светло-оранжевый фломастер, можно взять карандашик, и закрашиваю все вот эти белые клеточки лицо снегурочки. А теперь беру голубой фломастер и раскрашу шапочку и шубку снегурочки. На шапочке я нарисую маленький цветочек. В верхней полосочке нахожу серединку и обвожу одну клеточку. Теперь здесь одну клеточку, правее, одну клеточку внизу и одну клеточку слева. Вот эти 4 клеточки останутся белые, все остальные клеточки закрашиваю голубым. И теперь нужно шубку раскрасить голубым цветом. Вот здесь одну клеточку сразу закрашу голубым. Веду контур. На рукавах оставлю вот эти 2 клеточки белые. И с этой стороны 2 клеточки белые. Теперь вот эта клеточка будет голубая. Веду от нее контур. Вправо 5 клеточек. Вверх 4 клеточки. И теперь ступенечками вверх-влево. Влево-вверх, влево-вверх, влево-вверх по одной клеточке. Теперь с этой стороны вот эта клеточка будет голубая. Веду контур. Влево 5 клеточек. Вверх 4 клеточки. И теперь вправо и вверх по одной клеточке веду контур. И закрашиваю шубку голубым цветом. И вот такой простой рисунок снегурочки по клеточкам у меня получился. Рисунок помещается в обычную тетрадку. Срисовывайте, рисуйте рядом с Дедом Морозом из прошлого моего видео. Кому понравился мой рисунок, не забывайте ставить лайк под видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Всем пока и до новых встреч на моем канале Pixelenger.